заволокло мое окно. Очи от разлуки. Я на шершавое стекло кладу тоскующие руки. Гляжу на первой стуже дар опустошенными глазами. Как тает ледяной муар и расползается слезами. Я помню, с каким вошли вы лицом, без единой краски. Как встали, кусая пальчик, чуть голову наклоня, и лоб ваш властолюбил под тяжестью рыжей каски. Не женщина и не мальчик, но что-то сильнее меня. Нешуточные страсти разгораются в театральной жизни русского Торонто. Театр литературно-музыкальной гостиной «Удивительная кошка» никого не копирует, восторгает публику качеством идей и справа может задать вопрос не праздно риторический. Любите ли вы театр, как люблю его я? Я вас люблю, как грозовая туча над вами грех, за то, что вы язвительней и жгуче, и лучше всех. Этих двух женщин с самого начала присутствовала некая обреченность, ощущение скорого и неизбежного финала. Уже прозвеневший смех, я так и застыла взглядом, волос рыжеватый мех и кто-то высокий рядом. Вы были уже с другой, с ней путь открывали с Анной, с желанной и дорогой, сильнее, чем я. Желанной. В музыкально-поэтическом спектакле «За занавеской Серебряного века» поднята эта щекотливая тема однополой любви двух ярчайших поэтесс. И наряду со стихами прозвучали вокальные партии. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Может, просто рук не разниму двое. В каждом доме друг есть окно такое. Господа, мы находимся в настоящей гримерке. Вот. Ну, мы не готовились к интервью, но что хочется сказать. Соприкосновение с прекрасным – это всегда здорово. Это облагораживает, и это дает какой-то такой буст в жизни, извините за английское слово. На сцене у нас царит атмосфера Серебряного века. Я могу еще добавить от себя, что на самом деле нам, правда, очень приятно именно здесь выступать, потому что в «Удивительной кошке» есть своя сцена и замечательный режиссер, который нам помогает. Вот, и мы были очень счастливы, честно говоря. Я очень была счастлива, когда меня попросили, когда мне предложили сыграть эту роль. И настолько удивительные стихи, что отказаться просто невозможно. Вот. И замечательно то, что у нас, ну, мне показалось, что мы смогли создать атмосферу, поэтому у нас и получилось. Хочешь, ты слышишь, как вздыхает полночь, касаясь струн воздушных арк. Ну, я еще хочу добавить, что то, что мы сегодня показывали, это действительно неизвестно широкой публике, и поэтому это особенно интересно. Вот эта вот сторона жизни Цветаевой, которая неизвестна. И мне было приятно петь мой любимый романс «Под лаской плюшевого пледа», понимая, что на самом деле, зная его историю, так скажем, его Цветаева посвятила Софье Парнок. Которую, кстати, мы первый раз узнали вот именно благодаря этому спектаклю. В том поединке своей воли, кто в чьей руке был только мяч, чье сердце ваше ли, мое ли, чье сердце ваше ли, мое ли, летело вскачь.
другим своим спектаклем кошкинцы вышли в лауреаты Международного фестиваля любительских театров «Вильнюсская рампа», а также приглашены в Санкт-Петербург для повышения актерского и режиссерского мастерства в классах народных артистов России еще одного международного фестиваля «Театр начинается». Вы подумаете, вот и все. Нет, не все. Удивительную кошку ждут на фестивале и в Сочи. И пусть хватит ей мочи стать первой на всех театральных фестивалях. Я же, удивляясь такой бешеной прыти, скоро буду заканчивать свои репортажи о театре-гостиной рефреном наподобие крылатой фразы Катона-младшего. Вы, конечно, помните ее. Приблизительно так. Предвижу я, что удивительная кошка скоро станет настоящей львицей.